К другим темам. Состоялось заседание Общественного совета по вопросам развития информационной сферы и массовых коммуникаций при Олей Мажлисе. Депутаты, сенаторы, представители институтов гражданского общества, эксперты сферы сконцентрировали внимание на предстоящей работе. В том числе затронуты вопросы дальнейшей либерализации и демократизации информационной сферы, усиления общественного контроля над реализацией первостепенных задач. В спектре внимания участников заседания обсуждение планов на этот год. Исходя из приоритетных задач, отмеченных в послании президента Республики Узбекистан Олей Мажлису, работа Общественного совета будет направлена на решение актуальных задач по развитию национального информационного пространства. В плане работы Общественного совета нужно отметить следующие задачи. Содействие процессам совершенствования законодательства в информационной сфере, организация работ по консолидации общественных усилий, направленных на противодействие разжиганию ненависти и дискриминации в национальном информационном пространстве. Также в плане Общественного совета намечено содействие процессам обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и управления, формирование информационных ресурсов, обеспечение открытости парламентской деятельности, расширение безбарьерной среды доступа граждан к общественно значимой информации, повышение медиа грамотности населения, консолидация общественных усилий в противодействии распространению нелегального контента, повышение уровня информационной безопасности и другие. По всем этим направлениям Общественный совет планирует обеспечить широкое участие граждан, ну а для успешной реализации поставленных задач будет налажено социальное партнерство со всеми заинтересованными сторонами.